Показ коллекции от Виктории Бекхэм – один из самых ожидаемых на лондонской неделе моды. По традиции среди гостей муж Дэвид Бекхэм с четырьмя детьми, главный редактор Vogue Анна Винтур и актриса Хелен Миррен. Дефиле проходит во внутреннем дворе Министерства иностранных дел. В коллекции сезона «Весна-лето 2020» тренд на монохром. Строгий силуэт жакетов и пальто контрастирует с женственными платьями макси летящего кроя. Вдохновение почерпнуто из 70-х. Отсюда романтичные жабо, банты и оборки, принт «Гусиная лапка» и водолазки, выглядывающие из ворота блуз. Легкость, непринужденность, свобода – так описывает коллекцию сама Виктория. Одежда для активных женщин, которую можно носить каждый день. Бренд 45-летний Бекхэм славится идеальным кроем. Среди его поклонниц – Меган Маркл, Мелания Трамп, Бейонсе, Дженнифер Лопес. Первый показ Виктории Бекхэм прошел в 2008 году на неделе моды в Нью-Йорке.